Добрый день, друзья! Обзор моих покупок по каталогу 2 компании Faberlic. Пришла мне коробушка, в общем, я ее еле донесла, потому что она чуть не развалилась у меня. Ну, из-за того, что у меня много здесь бутылей, и вот он, вот я его еле-еле поднимаю. В общем, тут ее всю скотчем пытались заклеить, ну и это как-то так вот прям все дышало еле-еле. Я думала, дорога вообще все развалится, нести не так далеко было, но тем не менее. Итак, пробежимся по моему заказу, по-быстренькому. Любимый чай, начну с чая. Это у меня идет в заказе. 4 штучки у меня постоянный покупатель его покупает. Ну и себе я, конечно же, взяла. То есть пятый у меня их 5 штучек в заказе. Один я уже распаковала и пью. Шикарный чай. Травяной сбор, чистота и легкость теле. 100% тут 21 пакетик. Просто хит продаж. Хит продаж в компании Faberlic этот чай. Еще есть такой же чай, очищение утром называется. И очищение вечер. Вот это просто легкость. То есть она такой универсальный. Хоть утром можете пить, хоть днем, хоть вечером. Итак, 4 у меня штучки. Для дома взяла вот такой биогель для очищения унитаза. Не покупала. Faberlic Om я брала 2 других чистящих средств. Мне они понравились. Хорошо очищают унитаз. Особенно тот, который меняет цвет. Жидкость, когда наносишь, и там как раз он меняет в зависимости, ну, как они говорят, маркетинговый ход от загрязнений. Но он унитаз, всегда его чистишь, и он грязный. Поэтому, ну, вот взяла вот такую на пробу, сколько здесь, 500 миллилитров стандартный, ну, вот такой гномик. Попробую его. Следующее для дома я также взяла гель для устранения профилактики засоров. Артикул 30-244. Постоянно им пользуюсь, постоянно промываю трубы на кухне, в ванной. Вот, хорошее средство. Защитный колпачок, то есть ребенок его не может скрыть. Ну и так, видите, защита, специальная защита. Еще я взяла для дома та же серии Faberlic Om 30-253. Это чистящий крем для ванны. А то жидкое средство, которое я покупала в прошлом каталоге и делала обзор, причем с помпой, да, помните, которую я покупала, дополнительную помпочку, чтобы можно было брызгать. Не очень понравилось, потому что какая-то сильно жидкая. Ну и вот эффекта чистоты я в нем не заметила. Решила все-таки взять крем. Больно уж тот совсем жидкость-жидкая. И вроде наливаешь, и пузырек быстро заканчивается, это средство. Ну а вот такой вот, как я люблю, такой глянцевой чистоты, вот, чтобы чистила прям ванну хорошо. Вот этого я не заметила, поэтому решила попробовать все-таки крем. Это кремообразная текстура с лимоном. Она здесь. Ну вот попробую, расскажу свое мнение потом по этому крему. Пока взяла, не брала, вот решила взять. Тоже 500 миллилитров. Из новиночек, не из новиночек, вот еще что взяла. Вот это вообще какой-то must-have. Я его постоянно смотрю, все хвалят. Мыло для кухни, устраняющее запахи. 5 в одном. Меня привлекло то, что это мыло, оно действительно устраняет запахи. Особенно рыбные, вот когда рыбу готовишь, и там потом вот этот вот запах постоянный и на столешнице, и куда ни коснись, то в холодильнике, то еще что-то. Так вот это вот мыло как раз устраняет запах, прекрасно устраняет запах рыбы. И вот оно такое популярное, его покупают. В общем, я на него смотрела, решил тоже купить его себе. Я взяла земляничным ароматом, 300 миллилитров объем, 30-213 код этого продукта. Буду пробовать. То есть универсальное средство, которое чистит столешницы и здесь же убивает все посторонние запахи. Очень большое разнообразие. Там и яблоко, и цветочное. В общем, я взяла земляничное. Из новинок я взяла гель.
гель для душа. А где у меня второй? Я же вроде два заказывала. Надо будет проверить. Вот, кстати, надо будет проверить по чеку. Мне кажется, что я две новинки заказывала. Но вот буду разбираться. Я говорю, какая-то подозрительная у меня коробка пришла. Надеюсь, то, что заказывала, что пришло. Сверю. Обязательно сверю. Итак, это земляничный гель для душа. Еще я, по-моему, с морожкой такой брала. Вот, большой объем. Сколько здесь? 400 миллилитров, по-моему, в нем должно быть. Натуральный состав 95%. А, нет, 300. 22.05 код. 300 миллилитров. Соврала, 400. 300. Такой большой. Гигиенические прокладки взяла. Ночные. Это ночные. Упаковочка, ночные гигиенические прокладки. Что здесь? Профилактическая зубная паста Total Repair. Восстанавливание укрепления эмали. Мне нравится из серии Доктор Фарма. А этот код 1599. Так вот она выглядит. Посмотрим, как здесь соединено. Вроде нормально. Здесь упаковано все. Зубная пасточка. А вот это у меня что тут пришло? Ночная сыворотка для отбеливания зубов. Вот такая вот маленькая ночная сыворотка. Тоже из серии Эксперт Фарма. Давайте откроем. 17.48 артикул. Вот. Ночное отбеливание. То есть после того, как вы почистите зубки на ночь и наносите на эмаль. И все. Утром обычно также чистим, и все. Ну, вот это вот отбеливание. Ночная сыворотка для отбеливания зубов. Взяла. Здесь что у нас? Зубные щетки. Это я с угольным напылением. И вот такая силиконовая зубная щеточка. Стандартные покупки. В каждом каталоге я стараюсь покупать. А, вот еще одна. То есть я две их взяла. Силиконовая, голубая и розовая. Затем взяла себе крем для тела из серии Love. Так вот, чтобы не отсвечивала. Тут так она отсвечивает. 100 миллилитров. То есть универсальный для всей семьи. Увлажняет. А мультикрем можно использовать для лица его, для рук и для тела. Вот барашек красивый. Я взяла себе для тела. Увлажняющий, питательный. Он здесь закрытый. То есть я так думаю, что он прям совсем ультрапитательный будет. Как он тут у нас открывается. Вот. То есть такой. Приятно пахнет. Приятненький такой. Ну да, хорошо впитывает. Прям сразу. Раз и все. Я думала, он будет гуще. Нет. То есть он такая хорошая. Хорошая консистенция для кремика. То есть вот, кто любит универсальный, чтобы и для лица просто универсальный был, для тела. Ну вот я себе взяла для тела, для рук, для зимы сейчас вот прям совсем. Совсем-совсем хорошо. Очень нравится мне серия Реноваж. Я взяла себе здесь тоник. До этого брала сыворотку, но я в восторге была от этой сыворотки. Очень мне нравится. Скорее всего, надо будет всю серию для себя купить по уходу за кожей лица. Очень, вот очень нравится. И вот тоник, он такой мягкий, когда наносишь на лицо, он не стягивает, а наоборот такой, знаете, ну вот как у младенца, скажем, кожа такая вот получается мягенькая, такая как персик. Вот такой эффект. У сыворотки такой эффект, и я обнаружила такой же у тоника. Обычно тоники, они как бы, ну, слегка так подтягивают, да, подсушивают лицо. Здесь такого нету. Вот. Очень интересный, шикарный. Это у меня здесь она прилеплена. Она вообще-то не здесь прилеплена. Я ее вчера открыла, пользовалась. Это идет защита, она вот так вот идет. То есть, чтобы не вскрывался вот этот колпачок. А я его вот так вот просто сняла, и здесь на боковину надо выбросить. Затем дезодорант с алоэ, антиперспирант, и вот из серии Айдео. Взяла. Себе взяла и дочери. Это
дочь взяла, а это себе взяла. Такой вот, такие вот дезодорантики. Получили зелененькие. Вроде других цветов выбирала. Так, Света, у меня тут новые каталожики. Новые. Смотрите, напоминает парфюмированную водичку туалетную у Армани. Вот с таким же камушком у них есть, да? Си, которая у них. И здесь вот такой же дизайн новой парфюмированной воды будет Фаберлик. Ну, красиво, мне нравится. Вот этот камешек такой красивый. Правда, нравится. Так вот. Бонус за покупку я взяла лак. Лак для ногтей. Один какой-то мне попался, слушайте, не очень мне понравился. Я брала вообще, думала, он будет прозрачный, а он прям, смотрите, белый-белый. Ну вот какая-то белилка, не знаю теперь, посмотрю, как на ногтях будет. Я белый лак вот просто не люблю. Все-таки я люблю какой-нибудь там, чтобы с чем-нибудь не так, не белило, скажем так. И вот такой вот нюдовый взяла, видите? Это был бонус за покупку. Идет в корзине. Еще взяла биопятновыводитель из серии Гринли. Из серии Гринли. Вот она эта вся. Вот так вот серия вся выглядит. Это туалетный утеночек. Ну, как я его так называю, да? Биогель для унитазов, для туалета. А это пятновыводитель. Выглядит, и вот там пятновыводитель. Не знаю, у меня какая-то проблема с пятновыводителями. Вроде добавляешь. Вот решила такой для жесткой воды использовать. Буду этот экспериментировать. Не брала. Брала другой кислородный пятновыводитель, который идет в голубой упаковочке из серии Фаберлико. Вот этот Гринли взяла. Биоминеральная формула. Ну, буду экспериментировать. У меня, благо, есть на чем экспериментировать. У меня белые скатерти на столе, поэтому там пятен хватает, чтобы эксперименты проводить хоть после каждого раза. Поэтому я ищу эффективный пятновыводитель. Борюсь с пятнами. Это из серии, из новинок, серия куркума. Я взяла крем. Крем для кожи вокруг глаз. Чем мне нравится? Он такой довольно-таки густой. Вот так вот, видите? И мне нравится именно такая консистенция. Я не люблю жидкие. А вот есть прям такие жиденькие, как бальзамчики. Я такие кремы для кожи вокруг глаз не люблю, чтобы вот он прям жидкий такой был наносить. Я, если такой попадает, я его как базу под макияж. Беру тональный крем и смешиваю, и наношу на лицо. Для кожи вокруг глаз я такой не люблю. Вот здесь мне понравилась консистенция. То есть я начала им пользоваться, да, он такой хороший. Он средний, не жидкий и не густой, средний, самое то. 15 миллилитров. Ну и новиночки, тканевые масочки я взяла. Вот такие две взяла себе. Вот такие, гранат. Это омолаживающие, с пептидами. Ну какой-то типа лотоса какой-то такой. Вот это две масочки, две. А там же акция шла при покупке двух масок, она там дешевле получается, чем одна. Поэтому я взяла алоэ и авокадо. О, вот эти какие красивые цвета, какие, да? Ах ты, какие прям. Пакетик. Маленькие пакетики. Какие маленькие пакетики. Прям совсем маленькие. Тушь только положить. Тушь положить. И отдать. Ну, слушайте, я таких маленьких вообще не видела. Супер. Я думала, в Орифлейм маленькие пакеты, а тут еще меньше. В общем, мульти. Ну, знаете, удобно, если, например, действительно, человек там одну тушь заказал, или лак и тушь, вот в такой пакетик очень удобно положить. Мулек. Ну почему? Вот прокладки, например, войдут. Кремик войдет. В общем, войдет. Ну, к чему войдет? И соль. Из новиночек я взяла соль.
Вот такой вот. Соль, чего тут написано? Соль для ванны. С ароматом розовый кварц, с пеной. Не знаю, чего там розового кварца какого будет. В общем, все в кристаллах. Да, и... Ну и последняя новинка каталога – это тушь. Вот такая тушь-кристалл. На канале есть видео, я сюда поставлю обязательно ссылочку. Мой отзыв на эту новиночку. Здесь останавливаться не буду, не буду рассказывать. Заходите, смотрите по ссылочке. Обзор на эту тушь, на новиночку. На новинку каталога. Что у нас тут? Удлиняющая тушь для ресниц Black Crystal. Заходите, смотрите. Все, все мои покупки, весь мой обзор. Была рада с вами встрече. До новых встреч. Пока-пока.